26 сентября, 9 час. Или какой, 8, что не знаю. Это я с Нелей приеду. Нелли приехала, ребятишек я уже увезла. Сейчас пойду, дойду вот туда. Вот это все расстояние, которое сейчас я иду, это ее протащило по трассе. Полиция стоит. У меня такой стресс, у меня такой шок. Я вообще поражена, как они остались живы. Это просто очень все страшно. Это получается, они с какого промежутка времени? Ну, с обеда, наверное, с 4, наверное. Ну, где-то с 3 до 4. Сейчас должен эвакуатор приехать. Люди уезжают. Это он, по-моему, виновник, вот этот вот. А это девятка. Это ее обрезали. Видите, да? Это девятка, людей вырезали оттуда. Его он или на машине стоит, он моя мигает. Это я столько протащила.